Всем здорово, ребят. Ну что, открылся у нас сегодня архидемон на английском сервере, и мы сегодня с вами будем тестировать максимальный состав, который только можно сделать. То есть седьмые чарки призывают монстров, урон по зоне, иммунитет к энергии. А ну, к забору энергии, поехали. Формируем пачки. Вот такие вот герои. Сейчас я их соберу, покажу вам по чаркам. Что у них интересного есть? Так, стрелок и космо. Это топовый состав на сегодня для архидемона. Пока ничего, к сожалению, нового интересного не придумали еще. Такс. Окей. Поехали, будем их собирать. Итакс. Первая химка. Вот такая вот сборка. 7-7 пиромах. Ставим сюда Чикабума. Первый герой есть. Дальше укротитель. 7-7. Второй герой. Ведьмочка. Есть чарка 7-7. Сюда поставим панчбокса. Есть три героя. Тыковка. У нас будет четвертая. Суперсила для максималки. Воодушка, либо раскол, я тестировал, показывал, то есть рандомно все. Ставим раскол сюда. Будем пробовать стартовать с тыковки. Точнее, не с тыковки, а потом будем попробовать. Сначала попробуем войти в топ. Так, на тыкву. Тут у нас интересного есть. Понижает скорость атаки. Ну, сейчас подумаем, подумаем насчет него. Так, берем вот так. Хотя, в принципе, увеличение урона мы все равно больше не набьем. Он бесполезен, он только по входящему урону. Так, давайте, знаете, что-то такое более интересное поставим. Ставим лучше Рудика. Он будет снимать негативные эффекты. Так, тыковка есть. Поехали. Стрелок. Космо. Космо сборка есть. 7-7. Попробуем слона. Вдруг кого-то застанет. Есть. И стрелок. Где моя стрелка? Вот она. Так, у нас 7-7, только то, что мы вчера тестировали. Поехали сейчас попробуем словить пиромага. 4-5, это немножко не то. Так, ладно, у меня же вроде они есть в этом. Так. Семь-семь. Окей, теперь еще раз проверим по питомцам. Так, Чикабум есть, замедление есть, урон есть, есть, слон есть. Сюда поменяем, поставим. Так, новый у нас дает, забирает энергию. Так. Снимает бафы. А ну-ка, второй. Так, это он дает юнит, там вот этот будет. Так, четвертый левел. А тут у нас какой? И тут четвертый левел. В принципе, одно и то же. Возьмем этот. Хотя, в принципе, это по сути фигня, но тоже дополнительный урон. Окей, попробуем такой вариант. Можно было бы и Драго поставить, но, в принципе, хочу потестировать нового. Так, вся сборка вроде у нас все собраны. Поехали, первый тест.
стартуем сразу же с космо, кидаем щиток. Вот видите, по зоне бьет. Так, разгончик у нас только взялся на 50 секунде. Это печально. Медленный очень разгон. Ну, сейчас посмотрим, что будет в итоге. Какой будет результат? Дадут ли нам пиромагии дополнительный урон или нет? Вот это вот самое интересное. Хоть они и дают там процентуальный урон, ну, посмотрим, в общем. Это самое интересное. 2.22, ну, такое себе. Видите, станет, и причем безбожно станет. Печально. Плохой заход. Ну, посмотрим, что у нас в итоге получится на нем. Возможно, попробуем кого-то убрать. Например, Химку поставить кого-то другого. Хотя, в принципе, вот видите, все равно проходит стан от него. Как-то странно. То есть седьмые пиробаги, по сути, они дают процентуальный урон. Они не дают там мега-мега прям много дополнительного урона. Поэтому посмотрим, что у нас в итоге получится. Что-то космо какой-то печальный очень. Надо будет попробовать стековки стартануть. Сейчас попробуем, поставим на тыковку воодушевление, такой же вариант, только тыква с воодушкой у нас будет. Посмотрим на разгон, что у нас в итоге получится. Видите, 45 секунд, но дебафы идут. Проходят, причем проходят сквозь щит. Как-то странно. Ну, хотя, посмотрите, 5, и еще осталось у нас нормально секунд. Как ни странно. Дофигища секунд осталось. Странно. Я, честно говоря, удивлен. 694. Вот так вот. Что там у нас на первом месте? Мы взяли первое место. Ну, окей. Все равно маловато, очень много пробелов. Давайте попробуем другой вариант. Я уберу стыковки. Не ту мышку взял. Я уберу стыковки вот это и поставлю сюда воодушку. Попробуем второй вариант. Вот такое вот с воодушевлением. Ну, сейчас интересно, перезайдем, поменяет или нет. Ну, то есть, как видите, вариант неплохой, но все равно непонятно по поводу набора. Что-то он очень пробивает. Вот мы на первом. Мы на первом месте. Так, окей, поехали. Попытка номер 2 с воодушевлениями. Точно так же стартуем, кидаем щит. Вот, смотрите, насколько быстрей. Уже на 54 секунде у нас максимальный разгон. То есть вылетает по 500. Теперь только единственный вопрос. Хватит ли переблет и воодушка раскол? Смотрим, что у нас получится в итоге.
Ну, где-то так же идем. 22 секунды. То есть плюс-минус. Единственное, что если снимут бафы стековки, она будет намного быстрее разгоняться. Поможет ли нам это? Ну, вроде идем где-то так же по времени. Но видите, вот сейчас вот эти замедления намного больше срабатывают. Не замедление, а урон по зоне. Проседают герои, причем конкретно. Ну, нам понятно, хватит времени. Так, там у нас, по-моему, на 45-й секунде мы убивали. Посмотрим, что у нас получится в этот раз. По сути, мы поменяли ускорение на дополнительный урон. Точнее, наоборот, дополнительный урон на ускорение. Не, видите, все-таки похуже вариация идет. То есть здесь у нас намного меньше времени будет. Но опять же, это зависит от того, как часто он бафы снимает и бьет по зоне. То есть это самый такой на сегодня рандомный босс. Если сравнивать с другими. Да, все-таки в данном случае доп. Урон все-таки был лучше. Ну хотя это не факт. 7 секунд всего лишь осталось. Но за 7 секунд мы 1400 наберем. Точнее, ну вот такие 400 миллионов. То есть разница очень большая. Очень и очень даже, я бы так сказал. Ну, в общем, будем пробовать еще. К сожалению, попыток нет. Пока взяли топ-1. Посмотрим, что будет дальше. Вот такой вот арки. Сейчас я хочу станция. Так, имеет. Призывает монстров. Наносит урон по зоне. Ну, вот так вот. Ну, в общем, пишите комменты, что вы думаете, кого еще потестить. Ставьте лайки и ждите новых видосов по Архидемону. Всем удачи, всем пока.